Внимание! Состояние критическое! Thank you.
Сотруднику ВИП. Закрытый район. 2. Внимание! Опасный уровень радиации. Ты Фриман, верно? Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Боеприпасы есть в тех ящиках. Возьми все, что надо, и двигай дальше. Mm-hmm.
Выбирайся отсюда! Быстрее! Обстреливаем!
Эй, доктор Фримен, я надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Скрыться от гражданской обороны на открытой местности непросто, но вы поднажмите, и все получится. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Забирайтесь и заводите его. Доктор Фримен, садитесь же в катер. Забирайтесь и заводите его. Вам бы лучше поспешить.
Станция 12, как слышно?
обвиняетесь во множественных нарушениях. Гражданство отозвано. Статус злостный нарушитель. Вниманию всех наземных сил. Судебное разбирательство отменено. Смертная казнь по усмотрению. Вниманию жителей. Ваш квартал обвиняется в недоносительстве. Штраф 5 пищевых единиц. Вниманию всех наземных сил. Судебное разбирательство отменено. Смертная казнь по усмотрению. Внимание, жители! Ваш квартал обвиняется в недоносительстве. Вас изъяли пищевых единиц.
Сеть каналов 0. Прозвище как «Свободный человек» и «Прокладывающий». Позвольте напомнить вам об опасности следования таким мифам. Мы едва начали выбираться из глубокой пропасти в развитии нашего вида. Не будем же скатываться обратно во тьму забвения, только что познав свет. Если вы увидите этого человека, сообщите нам. Ваши заслуги перед Альянсом будут вознаграждены. За участие же в его делах не останется безнаказанным. Думайте, остерегайтесь. Знайте.
Thank you.
Штук, два, сотрудники, точный рейс. Состояние критическое. Положение критическое. Пациент при смерти. Перелом.